Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я, конечно же, нахожусь в деревне жителя номер 13. Сейчас, ребята, вы просто представить не можете. Очень раннее-раннее утро, сейчас где-то часов в 6, я просто забыл телефон, ребята, в домике, и вы просто представить не можете, что сегодня я буду делать. Я убираю грядки, ребята, гораздо раньше, рабочий день у меня начинается в 9, где-то можно даже в 9:30, иногда в 8, то есть, ребята, я делаю работу на 2 часа раньше, а все это делаю для того, чтобы немножечко освободить свой график и просто посмотрите, что там стоит. Я вам сейчас все, ребята, подробнее расскажу, но для начала нужно убрать грядки. Знаете, даже убирать грядки рано утром мне нравится гораздо больше, потому что, знаете, нет жителей, которые мешают, ребята, не так жарко на улице. Все, знаете, так замечательно, птички поют, все только просыпается, и как-то помнится, ребята, у меня был режим сна такой пару дней, именно, ну, в реальной жизни, не в Майнкрафте. То есть я ложился где-то часов в 8 вечера и просыпался в 4, в 5 и был очень сильно бодрым, и знаете, я бы на самом деле с удовольствием вернулся к такому режиму сна. Просто вы представить не можете, как много энергии утром. Тебе никто не мешает, даже если ты, в принципе, живешь один. Свежий воздух, можно открыть окошко, знаете, попить кофеечек, ребята, чаечек, покушать вкусненько, десерт какой-нибудь. Можно все успеть, ребята, 25 раз. Пока все спят, ты уже работаешь, и это очень-очень круто и очень сильно заряжает позитивной энергией. Видите, пару жителей все-таки тоже уже проснулись, что-то там обсуждают, ребята. А я закончил свою работу на сегодня. Так, давайте проверим, чтобы никаких тут, плодов не выпало. Все в порядке. Можно, ребята, относить это все на склад. И я вам сейчас покажу, что это за такие бараки, ребята. Но на самом деле это не бараки. Как бы это странно ни звучало, ребята, это контейнеры. Так, что у меня в инвентаре какой-то бред еще валяется. Видимо, где-то понаподбирался, ребята. Понахватался какой-то ерунды. Так, и посмотрите. Вот оно. Посмотрите. Три мощных, огромных контейнера, ребята, которые мэр с помощью жителей и с помощью жителями сюда завез. Видите, жители бегают, работают, я пройду, спасибо. И мне сейчас их нужно, ребята, все осмотреть и проверить, и тем самым показав это все вам. Задача очень проста, ребята. Как кажется, мэр попросил меня это сделать где-то под вечер, он говорит, чтобы было не так жарко. Я решил, типа, а почему бы и нет? Почему бы не проснуться утром? Давненько этого не делал, и поэтому решил сделать это именно сегодня. Итак, ребята, чтобы нам было интереснее, я буду считалочку такую вот. Эники, беники, ели вареники, эники, беники, вот туда. Пойдем туда, ребята. Пойдем вот с этого ангара, ребята, контейнера. Вводим пароль 1234, заходим, ребята, и посмотрите, в нашу деревню завезли, ребята, офигенные машины. Вы сейчас скажете, а зачем вам машины, ребята? Дело в том, что совсем скоро моя деревня очень сильно преобразится. Ставьте лайки, ребята, и вы увидите это гораздо-гораздо быстрее. Не забывайте, самое главное, подписываться на канал. Но то, что произойдет на днях, ребята, вас просто шокирует. Я вам серьезно говорю, вы просто сядете такие: чего? Кого? Где? Вы вот так вот сядете, ребята, и будете просто офигевать. Я вам обещаю, поверьте, вам понравится. Именно поэтому то, что сегодня завезли в нашу деревню, ребята, будет крайне полезно мне там для кое-каких вещей, опять же, в моей деревне жителей. И я очень надеюсь, что эти изменения вас порадуют. Так, давайте пойдем в следующий ангарчик, ребята. Почему я называю это ангарчиком, если это контейнер? И посмотрите, сколько здесь сундуков. Просто посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ребята. Ребята, получается здесь 20 вот таких вот штучек и 20 тут 60, ребята, сундуков, если я правильно посчитал. Надеюсь, что это так. Итак, давайте поочередно, ребята, смотреть, что у нас тут есть. Огромное количество, ребята, компьютеров. Просто посмотрите, целый стеллаж. Здесь, ребята, мониторы. Здесь, ребята, тоже мониторы. Ноутбуки. Здесь просто, ребята, целый контейнер разнообразной техники. И поверьте мне, это очень круто. Техника, ребята, это такой, знаете, расходный материал ютуберов. Вот, кроватки пошли, то, что нужно, ребята. Так, 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 посмотрим, что у нас тут. Тут тоже кровати, ребята, оружие и так далее и тому подобное. Все это мне будет, ребята, нужно для преображения моей деревни. Боже, знаете, я так сильно нагоняю интригу, и мне от этого даже немножечко нравится, ребята. Автоматы вроде как самые обыкновенные, если я не ошибаюсь. И да, ребята, в принципе, ничего сверхъестественного в этом нету. То есть просто какие-то автоматики, какие-то пистолетики. Все это, ребята, не особо интересно. Поэтому я надеюсь, что в третьем контейнере, заключительном, будет действительно нечто крутое. Пока что, ребята, это все такое действительно обыденное. Но оружие здесь действительно огромное-огромное количество. Так, ну погнали. Нужно было на самом деле тоже считалочкой во второй контейнер пойти. Но ничего страшного. Окей, окей. Уже, ребята, пошли. Так, пошли. Заходим в следующий, ребята, заключительный контейнер. Здесь тоже, ребята, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут тоже получается 60 сундуков.
сундуков. В прошлый раз я начинал, ребята, сначала, почему бы в этот раз не начать с конца? Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Огромное количество всяких бочек, ребята, которые можно будет использовать для декора, опять же, моей деревни жителей. Здесь их очень много, я на самом деле даже не знаю, зачем мэр столько заказал. Офисные всякие столики, стулики, все это, ребята, очень, конечно, прикольно, но и еще действительно нечто интересное. Бумага, ребята, знаете, такое ощущение, что эти контейнеры нацелены наконец какого-то света, ребята. То есть, посмотрите, здесь не то, чтобы какие-то стройматериалы или действительно нужные вещи, здесь какая-то просто хаотичные предметы, и я на самом деле расстроен. Я бы на самом деле, знаете, даже к мэру сходил и разобрался на этот счет. Типа, что за бред? Я думал, ну, действительно привезут что-то крутое, а мэра нет? Серьезно? Серьезно? Разгар, ребята, дня. Я думал, он хотя бы спит там где-то на чердаке у себя, потому что утро, день начинается, а его, ребята, попросту нет в деревне. Ну ладно, окей, будем разбираться сами, ребята, потом обязательно позвоню. Что у нас тут еще? Ой, я не в тот контейнер зашел. Извиняюсь. Заходим сюда, и давайте теперь начнем сначала. Здесь у нас огромное количество каких-то медикаментов, ребята, и знаете, может быть, это не те контейнеры, которые нужны мне на апгрейд моей деревни жителей. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я думал, мне действительно привезут какие-то крутые блоки, что-то необычное, что-то крутое, чем можно будет насытить деревню с начала нового месяца. Ну а тут, ребята, в принципе, просто действительно какие-то сбережения, не знаю, как это правильно называется, просто на какой-то конец света. Тут, посмотрите, 3 сундука полностью до отвал забитыми какими-то непонятными таблетками. И здесь какие-то столы. Такое ощущение, ребята, что у нас действительно пытаются построить какую-то больницу. Бочки какие-то непонятные. Чего, простите меня, просто какая-то мебель, но я не понимаю, где мои, ну, как бы, нужные мне, ребята, предметы для апгрейда моей деревни. Так, что у нас? Тут все припасы, посмотрите, все припасы, абсолютно все. Бумага, припасы. Здесь ничего такого сверхъестественного нет. Может, я не знаю, может, какой-то тайный проход есть, ребята. Может быть, что-то действительно спрятали внизу, я не знаю. Давайте попробуем. Осталось только, ребята, правильно вскрыть пол, и я... Ну, нет, мне кажется, это полный бред, ребята, потому что если бы там действительно что-то было, мне кажется, об этом меня бы кто-то уведомил, потому что это было бы слишком странно. Ай! Тихо! Бочечки мои рассыпали. Стоп. Реально, ребята, подождите. Тут действительно стоит сундук. Стоп. Так, бочки, это, конечно, интересно. Здесь просто мечи. Ладно, окей, типа это... Хотя, знаете, на самом деле, есть надежда, ребята, что давайте ускоримся, что здесь есть еще что-нибудь интересное. Не очень хочется просто затягивать ролик, ребята, но очень хочется показать вам всякие приколы. Опа, тихо, а нет, это просто яма. Опа, тихо, нет, тоже просто яма. Блин, нет, мне кажется, ребята, что это просто какая-то аномально. Нет, еще топоры какие-то. Так, вот это уже интересно. Так, погнали. Но здесь уже, ребята, в принципе, больше ничего, судя по всему, нету. Давайте вылезем, я сейчас быстренько протестирую это. Поры, так сказать, для умственного заключения этого ролика, это как бы для точки такой жирной. Так, гейм мод 0, ребята. И погнали теперь добывать. Ну, опа. А вот это, ребята, интересно. Вот это уже интересно. Я, кстати, не знал, что топор радужный рубит как трикопитейтер. То есть, посмотрите, у меня нет мода трикопитейтер. Это как бы вот вам доказательство. Я рублю разными топорами, которые там лежали. И, в принципе, ребята, только радужный топор способен на то, чтобы добывать вот таким вот интересным образом. То есть он действительно работает как такой, знаете, действительно крутой мод. Я очень любил его, когда выживал с друзьями, Трикопитейтер. Давайте посмотрим, ребята, как он вырубает вот это вот дерево. И нет, вот, к сожалению, на вот это вот могущественное огромное дерево темного дуба он, к сожалению, не срабатывает. Потому что, знаете, помнится мне было, когда огромное, вот так вот долго это дерево рубишь, и потом топор ломается, куча дерева, пару деревьев таких срубил, и, в принципе, можно до конца вашего выживания вместе с друзьями ничего уже не добывать. Ну, дерево это, конечно, прикольно, ребята, но больше, я так понимаю, ничего, к сожалению, нету. Я бы с большим удовольствием, ребята, проверил сейчас другие контейнеры, но сделал это гораздо быстрее, чтобы, опять-таки, не затягивать сегодняшний ролик, который, я вас уверяю, начало чего-то интересного и грандиозного. Мы здесь можем просто с вами вот таким вот образом сетнуть пол, почему-то сразу я до этого не додумался. Прописываем сет 0, и здесь действительно ничего нету, ребята. Так, и теперь посмотрим здесь, так, ломаем, это все нам не интересно. Ой, что это такое? Ё-моё, у меня Майнкрафт залагал. Так, теперь, ребята, выделяем следующую, и, боже, если тут что-то будет, это будет круто, но здесь ничего, к сожалению, вновь нету. Но я не буду расстраиваться, ребята, потому что ролик, мне кажется, все равно получился достаточно интересным, и поверьте мне, ребята, вам зайдет. Давайте наберем много лайков, ребята, на этом ролике для того, чтобы действительно я понял, что вам интересно, что же там такого интересного произойдет. Господи, как это в
это логично, я разговариваю, ребята, но это не повод расстраиваться. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ребята. Не забывайте заглядывать на канал для просмотра новых интересных роликов. На экране, ребята, у вас еще появился второй канал, тоже заходите туда, ролики там тоже выходят. Большое спасибо за просмотр, всем удачи, ребята, и пока.